Еще одним мероприятием ко Дню молодежи стал форум «Спорт. Энергия жизни». Его инициатор – молодежный парламент при Совете депутатов городского округа Люберцы. На большом спортивном празднике работала наша съемочная группа. Стадион «Урожай» сегодня место притяжения люберецких студентов и молодежи. Любой праздник на территории городского округа не проходит без спортивных мероприятий. И День молодежи, отмечаемый каждое лето, не исключение. Лето же – это спортивный период. Вот. В летом как раз основные спортивные массовые мероприятия проходят, и погода на это как раз позволяет, чтобы люди выходили на стадионы, занимались, бегали, активно проводили время. Поэтому как раз для молодежи нашей решили вот такое именно мероприятие, форум подготовить. Программа спортивного праздника насыщенная. Перед состязаниями участники форума приняли участие в открытой тренировке с мастером спорта по самбо и дзюдо Лали Курдадзе. Затем на футбольном поле начался товарищеский матч между депутатами и сборной молодежи городского округа. Команда у нас собрана из только лучших футболистов данного нашего округа. Настроен только на победу и только быть на первом месте. Участников форума также ждали турниры по стритболу среди дворовых команд и по мини-футболу на Кубок молодежного парламента. Также в этот день все желающие могли сдать нормативы ГТО. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.